Друзья, приветствую вас на канале Дом и сад Home Garden. С вами я, Диана. И сегодня я расскажу вам о том, как я выращиваю виолу из семян. В этом году сначала я купила две вот такие виолки красного и такого голубого насыщенного цвета. И думала, в этом году я только их посажу. Как я их посеяла? Я взяла большой контейнер. Побольше этого. Положила туда земли и сверху насыпала семена. И убрала их на подоконник. Ждала примерно 2 недели. Семена у меня не взошли, хотя я их полила очень хорошо. Накрыла, влажность была у них хорошая. В итоге вот только одно вот такое семя взошло. Вот такой росточек один и все. После этого я уже думала, не буду браться за виолу, раз она так плохо всходит. Но потом в магазине я увидела вот такие ампельные сорта виолы. Вот посмотрите, какие они красивые. Высота обозначается 30 сантиметров. Я захотела попробовать вырастить ее. Но уже по-другому. Я замачивала семена вначале в растворе, вот в таком флористе. Потом убирала в контейнер. И сначала я их прорастила в теплом месте. У меня с 2 пачек зашло где-то 14 семян. Вот я их потом пересадила вот в такие горшочки. Они у меня, вот семидольки, сейчас развиваются хорошо. Стоят в светлом месте. И я их поливаю. Только не сильно, а периодически. Вот это ампельные виолки у меня. Потом, раз они у меня хорошо зашлись, я решила взять еще виолы. Мне они очень нравятся. Вот такие сорта. Вот такой грильяж. Он у меня тоже уже пророс. Вот я его накрыла, высадила. И жду, когда они у меня хорошо взойдут еще. На проращивание я вчера поставила еще вот такие расцветки. Вот синий и голубой. Хочу оформить ими вазон. Мне кажется, будет очень красиво сочетаться этот цвет. Вот они у меня проращиваются. Вот этот сорт, швейцарские гиганты. У них высота 30 сантиметров, цветочки 7 сантиметров в диаметре. Они у меня уже проросли некоторые, и сегодня мы будем вместе их рассаживать. Но сначала вот эту новинку, которую я вчера купила, канкан белую, я покажу, как я их проращиваю. Сейчас мы их откроем. Вот наши семена. Я беру обычную салфетку бумажную. Ставлю ее вот в такой контейнер. Эти контейнеры очень удобные. Их у меня много. Я их использую для проращивания. Семян тут мало. Сколько заявляется? 7 штук всего лишь. Вот, но виолка очень красивая. Надеюсь, она у меня прорастет. Вот сюда на бумажку я ее ставлю, рассыпаю. Так, 4, 5, 6. И вот еще одно семя осталось. Вот так вот. Вот положили мы сюда семя. Теперь я накрываю салфеткой. Вот так вот 2 раза складываю. Беру эпин. 1 миллилитр на 1 литр воды. Заливаю его, нашу воду. Так. Тут как раз в этой ампуле 1 миллилитр. И сейчас размешаю. И буду поливать наши семена в салфетке. Вот так вот. Если где-то открывается, закрываю салфеточку. Вот так вот. Поливайте не слишком много, чтобы они у нас там не плавали в воде. А так, чтобы салфетка впитала нужную жидкость. И лишней не было. Вот после этого я закрываю. Этикетку сохраняю. Ставлю так на теплый пол. Так они у меня проращиваются. Каждый день я смотрю, как у них там дела. Примерно через 5-6 дней уже появляются первые росточки, и после этого я их пересаживаю в горшочек.
Горшочки у меня вот такие черные, небольшие. Я сажаю здесь по несколько штук, по 8, по 10 даже. Тут где-то 0,5 литров, небольшие они. Земли я засыпаю вот столько. Горшочки обязательно с дренажными отверстиями должны быть, чтобы влага не застаивалась у корней. Грунт я взяла Теравиту. Она должна быть рыхлая. Вот так вот землю я насыпаю. Если у вас есть какие-то палочки или комочки земли, руками надо предварительно все сделать однородным, чтобы не было никаких уплотнений. Земля должна быть комнатной температуры, не должна быть холодной. Так. Штамповываем. Вот мои виолы, которые уже проросли. Швейцарские гиганты. Они у меня стояли 6 дней. Вот я так достаю салфетку. Вот у меня проросшие семена. Вот. Теперь водичку я поливаю как раз раствором пена. У меня есть приготовленный. Поливаю обильно, чтобы земля у нас была влажной. Вот так. Теперь, как я выкладываю семена? Я пользуюсь зубочисткой. Беру зубочистку, окунаю в воду. И теперь по одному выкладываю на горшочек. Вот так вот. Выкладывайте так, как вам удобно. Я выкладываю их по кругу. Где-то 8 штук на один такой горшочек. По центру выкладываю один или два. Так, вот у меня 3. 4. Они очень хорошо проросли. Некоторые, конечно, молчат еще. Я чуть-чуть подожду, а потом уже, наверное, я их выброшу. Так, 3, 6. Вот еще проросшие. 7, 8. Аналогично я рассажу и в этот горшочек свои проросшие семена. После того, как я расставила их по грунту, сверху я присыпаю землей. Вот так вот, совсем чуть-чуть только, чтобы им легко было пробраться на свет, чтобы наши росточки встали потом. Вот так вот, совсем чуть-чуть. После этого я еще раз поливаю их. Обязательно записываю сорт, вид моей виолы, потому что их у меня очень много, чтобы не перепутать. Виола, швейцарские гиганты. Виола. И число. Сегодня у нас 20 февраля. Вот так я ставлю пометочку. После этого я накрываю пленкой. Вот обычные одноразовые мешочки я разрезаю под размер горшочка. Ставлю сверху, чтобы у нас там сохранялась влажность. И резиночкой. Вот так вот. Вот этот горшочек я поставлю в теплое светлое место. Буду ждать, пока они у нас будут прорастать. Периодически буду заглядывать. Поливаю я их в поддон снизу. Они сами впитывают воды столько, сколько им нужно. Подкармливать я буду цитовитом примерно через 2 недели. Аналогично этот горшочек я также рассажу, закрою мешочком, также подпишу и убираю их вместе на подоконник. Вот они у меня все так убраны, все подписаны, чтобы не перепутались. Это очень удобно. А это я убираю на проращивание на теплый пол и буду ждать. После чего также я рассажу и в горшочек. Ну вот, друзья, ничего сложного нет в выращивании виолы. Желаю вам успехов и вырастить этот необыкновенно нежный цветок. Подписывайтесь на наш канал Дом и Сад, Home Garden. До свидания и до новых встреч!